Здравствуйте. Добрый день. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Мы раді вас вітати. Я радий вас вітати. Це приєднання послуг. Прозорий офіс. Так. Наш офіс складається з центру адміністративного послуг, надання адміністративних та соціальних послуг. Это ж нажать. А де то було? То було там, да? А система вже працює чи ще не працює? Все працює. Все. Ми приветствуємо вас в прозорому офісі. Добро пожаловать. Ну, это хорошо. Мы предоставляем также услуги в электронном виде, можно подать документы, быстрые услуги во всех центрах, в том числе и в этом центре, можно подать обращение, ходатайство в адрес городского головы. А детская комната есть здесь? Есть, да. Чуть-чуть вот дальше. Сейчас пройдем. Это люди, которые здесь находятся, они имеют возможность изучить, где такие аптеки. Мы будем это усовершенствовать. Спасибо. Пойдем. Где-то едут человек? Так, понятно. Мы пробовали нашим ликвидовачам, для того, чтобы они спокойно вирішили свои справы, запрещали детей. Сколько воды? Пить воды, но можем до 2 литров. Для того, чтобы завышить этот день. Вы працюете в системе дошкільної освіти? У вас буде багато тут дітей. Добрий день. Ви що, воєнний? Пожалуйста. Ми раді приїхали в центрі предоставлення соціальних услуг, в нашому центрі предоставляється 65 видів соціальних услуг. Всі види услуг. Пенсійне забезпечення тільки внизу, звісно. На першому етажі. Будь ласка, 63. 31, 32, 28, 32. А вы не можете? Вы можете представить? Базы данных тоже можно подключить в коммунальных предприятиях, определить сколько. И мне не нужно будет ничего, да? То есть вы сами меня заведете и сами все сделаете. Как вы работаете? Ну, то есть вы можете взаимозаменяем. Из 5 до 6 вы, наверное, занимаетесь своими внутренними вопросами. Спасибо за очень грамотную консультацию. Всего самого доброго. До свидания. Такой же тип, то же самое. Доброго дня. Доброго дня. Пора результаты вас оценить. Вы уже працюете в Чечне? Завтра. Завтра. А сегодня? Сегодня тоже. Скажите мне, они работают или не работают? Они начали работать. Сегодняшнего дня. Уже принимают. Правильно, социально лучше ближе, ниже. Да, да. Я обычно. Всем доброго дня. Приветствую вас. Привет.